Приветствуем. Пришлось немного перепройти. И сейчас постараюсь объяснить почему. Ну, точнее, мы увидим причину. Концерт в следующем месяце. Мы подошли к финальной части голосования, которая определит хедлайнера следующего месяца на лучшей площадке Клаудбанка. Наши финалисты — сенсационный Ред и любимчик офисных работников Фастсимайл. Кто же победит? Решение за вами. Ну... Ред-то все равно, скорее всего, не сможет уже. They never had a chance against the champ. Забавно. А в прошлый раз шансы были другими. Let's get back to it. When I first saw you up on that stage back there, it was like... Everyone loved you. Everyone except for them. Вот это та причина, по которой пришлось переигрывать. Как выяснилось, подойти к парню, а потом вернуть сюда, не получится. И прошу прощения, что я его перебиваю. Остров собирается с заливом соединить. Петиция. Предлагают мост поставить. Так, вспоминаем, как что работает. Yeah.
такая неожиданность. Она почему-то не смогла по нам ударить. Или нет, стоп, назад. Можете же уйти из своего пути. За дело. Так, стоп. Нет. Вот это просто издевательство такое. Не очень много. She's patching up. Ну вот, прекрасно. Я бы не даже ударить, честно, не буду. Надеюсь, это спина. Маскировка плюс удар в спину. И если я не ошибаюсь, еще разок можно будет ударить. Правда, ослабление почему-то не работает, хотя должно быть за счет этого усиления. Какая она вредная. И она пытается восстанавливаться сейчас как-то сюда. Она что-то из сорняков восстанавливается. Я не это имел в виду. Так, стоп. Помню эту гадость. Так. Ах, конечно, не хватает дистанции. Сделаем немножко иначе. А вот сейчас не понял, пробили ли нас. Так, нет, это не удар в спину. А вот это удар в спину. Ах ты, жаль такая. All set. Да-да, делись между собой лучше. Так, пока они там... Нет, она все-таки предпочитает нас бить. По крайней мере, она беззащитна. Okay.
Тихо. Она до нас уже достала или еще нет? Нет, не надо. Какой там еще раз? Нет, один раз не окей. Так, уходим с линии атаки. Нет, делаем наоборот. Пусть пока на нас поработает. А мы скроемся. Да что ж ты будешь делать? Срочно переключаемся. Она бот игнорирует, просто игнорирует. Got our lead. We're going downtown. The process will be waiting for us. With any luck, fired up. Hey, hey. Back someday. Camerata. Sybil was their eyes and ears. Got close to you. To us. Hunting people. Don't know for what. But I bet I know who does. I'm gonna ask him why. And I have this feeling he's gonna let us know.
close is the river's gonna take us? Так, если любопытно, все же призовем разок. А. Okay. Ой. Road to high rise should be right around the corner. Почему-то вот эти вот полосочки. У меня все время наводит на мысль, что активна именно эта функция. Но нет. Ладно. Понятно, почему помощь называется лай. Ага, это все. Ну хорошо. Влажность 56%, вы говорите. Heads up. These are new. Taking snapshots. Стоп, 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 стоп. Да что они делают? А, так, отвлекся. Ну-ка. Нет, еще не перезарядилось. Блин. Почему только один задевается опять же? А, кстати. Почему не проверить? Демаскировка плюс переключен будет. Эй, что-то вы быстро заговорились. Любопытный подход. А, урон он не наносит. Ай-яй-яй. Пока они на нашей стороне. Да что ж такое? Черный ход. Oh, we gotta take a peek in there at least. Хорошо. Sounds like waves. So, don't know what I was expecting, but it wasn't this. Что это? Ладно. Чуть больше неясностей. Можно подумать, до этого все было очевидно. Так, ну это выход, да? Он еще прыжки считает. Я так понимаю, это место, где можно отдохнуть и расслабиться. Хотя вот это вот солнце
меняющий свой немножко напрягает. Ну что ж, в любом случае, на этом пока что все.